Итак, специально для Hellraiser мы смотрим их третий матч за сегодня, решающий. О, сейчас становится как раз 1-1. Карта Midtown, по-моему, 1/8 турнира Техлапс. Думал я, что не будет сегодня уже турниров. Так, уберем значок Z-Nation. Что ж такое у меня происходит? Так, уберем значок Z-Nation. Неважно, будет вообще никакой. Так, 1-1, Шер у нас за синих. Алекс Дезерт на бэк, Кот с Сэм Гадом на альфе и Электро в ЦК против могучего Кракена. Ну что ж, интересная вообще игра. Ребята сказали, что серьезным соперникам достался. Ну и посмотрим, справятся ли они с ним, так как ребята Ашер очень много тренируются и хотят добиваться высот. Ну вот у них первый соперник сразу же в 1/8 попался очень серьезно, это вот Existence. Следующий соперник, если им удастся все-таки победить, я на это очень надеюсь, так как я за них болею. Вот, давайте, пацаны, будет Rogue Skies, это, конечно, вообще жесть. Ну, надеемся на ребят. Что там у нас делают? Existence. Ну, будут они сейчас все-таки идти, наверное, на Алекса с Дезертом. Алекс пытается выцеливать, что-то все-таки размеренно как играет. Не-не-не, в ЦК сейчас будет дрываться Кракен со своим тиммейтом Хамлом. И Электро сейчас может очень серьезно пострадать на самом-то деле. Посмотрим мы как будет. Так, кидается граната. Электро промахивается раз, два, забегает. Кракен сразу дает в голову. Коты убивают Илло. Вот, да. Серьезно очень Existence сыграют, сразу разбирают ребят. И остается один наймгад, который идет через ЦК пытаться бомба хоть кого-то убить. Бомба уже установлена на точке Б, и Кракен просто ставит голову, и все. Ну и счет у нас становится 2-1 в пользу Existence. Будем надеяться, что это был последний фраг за их команду, конечно. Так, ну, будем смотреть дальше, что у нас тут получается. Также будем посматривать скайп, кто там нам пишет. Пишет нам серьезно. Так, ну, не серьезно, мы смотрим стрим. Вот что есть серьезнее. Итак, ну, у нас произошли перестрелочки, немного потрепали кота. И думаю сейчас игроки команды Existence, куда же все-таки пройти. Хамло пытается пробить длину, ну там уже хорошенечко ему стукнули по голове, он сразу возвращался. И Кракен сейчас врывается у ее Электро, убивает его. Хотел с пропрыгом чекнуть он Электро, не получилось, Электро его убивает. Там еще Хамло, и появляется шанс у Ашера взять второй раунд свой за игру. Надеемся, что это так и будет. С респатом постреливает в Электро кто-то из команды Existence. И Дэн вот пытается же пройти под Б, и Лоло убивает Алекса. Дезерт разменивает. Еще разменивает Дезерт, а Имгат остается... Так, остается 3 в 2. Да, Электро сделал килл, был Хамло. Электро сейчас контролит, убивает очень хорошо в дым Дэна. Кидает гранат на плен, видит, что Ким падает, и нужно убивать, не попадает. Еще не попадает, 43 хелса, 12. Ким все-таки ставит хедшот, ну, тут уже без шанса, видимо, да. Кот делает фраг, наконец-то, счет становится 2-2. Нужно собраться сейчас с Ашером очень серьезно, так как за синих нужно копать серьезно, а счет тут, грубо говоря, не ахти. Нужно с этим что-то думать. Ну, надо было покомментировать вообще, наверное, в запись в хорошем качестве, ну, неважно. Итак, Сингар, может, там стреляется, Кракен у нас за ящиками пытается высадить кассу, там чуть не получается у него, ну там, в принципе, никто не контролит, прям вот так вот тупую. Так, постреливается он с годом, с кассы, опять вот попал он патрон года, я так понимаю. Ну, такой серьезный парень Кракен. Прыжков тут пытается что-то поставить. И решил вернуться, ну и посмотрим, что же все-таки будет делать Existence, и как будет отвечать МШР. В первую очередь, конечно же, нужно посмотреть, наверное, за ЦК, тут сейчас кидается дым, наверное, будет врыв. Нет, врыв пройдет, да, врыв идет на длину, посмотрим, как принимает длину как раз у нас таймгад.
Выходит он прям, ну ничего не получилось, ни у кота, ни у кракена убивает их сходу. Алекс делает килл, говорит, кракена молодец, Электро с ЦК пытается смотреть плент, видел он голову, ну-ну-ну-ну-ну, нужно щелкнуть очень вовремя. Аккуратно, окуляр, там нужно сейчас быть очень Электро. Еще 3 в 3 ситуация, нужно главное не умирать, аккуратно отстрелить своих соперников. Так, ай-яй-яй, убивает уже Алекс, остается Дезерт, ЦК, и Электро пошел через курятник пытаться отстреливать. Сейчас вот как-то не спешат ставить пакет, в принципе, правильно делают. Ким у нас слева, кидается дым. И, конечно, наверное, зря свалился так Электро, посматривая через дым. Нужно вместе сейчас как-то действовать ребятам. Дезерт выскакивает под БТР. Убивает он хороший заказ и должен входить сейчас Электро. Да, входит Электро, меняет на УК. Все правильно, хорош, ставит килл. И нужно вдвоем зажимать, да, молодцы. Очень грамотный тимплей сделали. Взяли этот раунд, безумно грамотно, мне понравилось. Очень хорошо сыграл сейчас Дезерт. После чего подключился сразу Электрич, сбрил того типа, ну и два мне защемили. Очень правильная ситуация. Кракен у нас так опять по длину, ребята под бухло, ЦК. Ну, в принципе, все стандартно по ситуации, абсолютно вот стреляют только с Алексом, уже ему 90 хп оставили. Нужно быть немного осторожней. Ну и, в принципе, надо что? Тут надо только ждать, куда продвинутся соперники. Так как ХР спокойно все халдят, никуда не суются, правильно делают. Тут вот Кракен может что-нибудь начудить. Посмотрим, сможет ли его Электро сразу сбрить, потому что Кракен, скорее всего, будет опять пропрыгивать через окно. Так вот, кидает он дым. И что решают? Ничего не решают, так и дальше сидят у нас игроки команды. Икс нет, подбухло проходит. Вот тут вот очень-очень важен у нас Дезерт с Алексом. Смотрим сначала, как Алекс будет принимать. И Алекс стреляется, Алекса сразу сбивает, тут же Дезерт кидает гранату одну, вторую. Ай-яй-яй-яй, 72 хп, с ножом он что-то делает, тут Кракен еще убивает кота, Электро, единственное, сбивает с Валеры Кракена. 2 в 3, еще какие-то шансы есть, таймгад, средства. Что же будет делать ребята? Ну понятно, сейчас будет Электро первый, скорее всего, отстреливать, пытаться. Вот видит, он, надо выждать. Нет, соперник не идет на него, год делает килл. Отлично, так, сейчас, ну Электро тут ничего не может, так сказать, помочь, на самом деле. Ай-яй. Ой, гад, как ставит гад. И нужно вдвоем сейчас заходить. Ну, давайте, ребята. Заходят на Айкин, ставит хэт один, ставит второй. И это 3-3. Но интересно, очень матч. Спасибо, кто подключается на стрим. На самом деле, вообще не планировал стримить, не планировал, чтобы кто-то смотрел. Чисто для моих хороших друзей, для моих, скажем так, хайлрейзеров. Решил я постримить сейчас эту игру, так как она очень важна, им интересно будет потом посмотреть повтор, может быть какие-то страты там и далее тому подобное. Ну и тем более, чтобы ребят не говорили, что я там не стримлю или что. Так, ну опять у нас расстановка стандартная, Кракен прокидывает ЦК, и сейчас нужно быть очень осторожным. Электро, заходит уже Кракен, сбривает он Электро. Не получилось ему ничего сделать, стреляется он еще с котом. Кот. Так, кот отбежал. Ай-яй-яй, уже убивает Дезерт и Алекса на бете. Ким убивает кота, и только год остается. Будет он сейчас бежать куда-то, кого-то убивать. И не знает, вот, видел он Кракена, Кракен его не видел. Нет, видел. Убивает он Кракена, он, наверное, слышит, да, сейчас его. Ну, и он слышал, но тут как бы без вариантов. Все-таки еще становится 4-3. Смотрим, что будет происходить дальше. Смотрим. Я, кстати, пока чекну, у меня вообще с К2 ТВ работает, нет? Я там очень давно не был. В фан-стримах есть ли мой стрим? Интересненько. Так, сейчас глянем. Фан-стримы. Ну, своего стрима не вижу. Видимо, его надо было вручную врубать. Да, я так думаю. Это, в принципе, не суть. А, еще ж на Good Game есть. Ой, там уже перестрелка такая жесткая идет. И Ашеры еще, я смотрю, могут взять раунд. Остаются они, правда. Что такое, у меня что-то не работает. Ага, вот. Алекс взял МП7. Боже, не знаю, зачем Алекс это сделал. Честно говоря, вот взял он теряук.
непонятные вещи какие-то творит. Кот убивает и Лоло. 2 в 2 поставленной бомбой. Так, где у нас кот? Кот у нас с длины идет, да? Граната раз, граната два, чекается все. Так, Алекс должен сбривать, кот сбривает, так, кот остается один в один. Кот сейчас просто на морозе будет доходить. Хорош кот! Молодец. Затащил он раунд. А счет становится у нас сейчас 4-4. Молодцы ребята, идут вровень. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они выиграли. Посмотрим, как, в общем, будет все. А я пока посмотрю, что на Good Game еще мы стрим появляются, нет. Что-то я... А, вижу стрим. Да, еще кто-то даже Good Game сидит. Привет всем Good Game'осам. И что-то у нас подвисло. А, видимо, краш. Краш у ребят из команды Existence. Вообще никого на сервере из них нет. Интересно. Как это произошло, наверное, надо выйти. Победила синяя ну да, команда. Надо выходить. Так, крашануло неудачно. Так, ну, сейчас соберутся ребятки, уже тут еще досмотрим, в общем, матч. Кому интересно, прикольно, конечно, что вы зашли. Ждем пятого игрока. Что-то засыпаю. Ну, давай, гоу-гоу. Давайте смотреть уже наконец-то последний раунд первой половины и второй раунд. Было бы круто еще. Надо еще
кофем закидаться, наверное. Посмотрим, что там на Good Game нам пишет что-нибудь. Не пишет, ну и ладно. Так и будет. Так, я, наверное, вам пока поставлю, что ли, музычку, пока их нет, потому что это что-то очень долго затягивается. Да и вообще на фон включим какую-нибудь музяку. Послушаем у нас тут. Jim Cat, Heroes Feat, Adam Levine, Terry Hart. Another dusty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travel, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping track. This is the last girl to play. Ну что ж, наконец-то сделаю еще потише минуточку, чтобы не мешало. Ой, сори, передвинулась у меня. Ой, не могу передвинуть сейчас. Секунду, ребят. Так. Где-то музычка. А где музыка? А вот музыка. Так, же сделали так. Ким у нас делает первый килл. Тут просто агр идет на альфу. Все сбивается. Гот там отвечает, отбивает Дэна. И Дезерт с Алексом молниеносно летят. Электро убивает Клима. 3 в 3. Хомло отвечает, убивает Электро и Лоло. И один Дезерт остается. Вбегает он, убивает одного. Нужно тащить последний раунд. Тут счет был 5-4 в их сторону. И идет агрессивно он на них. Давай двоих порешай! Ну, одного! Нет. Все-таки они оказались сильнее. Ну и у нас смена. 5-4 в пользу Existence. И Эшер нужно очень сильно подзавязать, я бы сказал, свои ретузы, чтобы выкарабкаться и пройти дальше в стадии турнира. Тем более, что призовой фонд турнира составляет очень таки крупный. Это $4000 за первое место. $4000, шо? Ой-ой-ой. Что-то у нас, кстати, по сетке интересно, надо посмотреть. Ну и мы будем смотреть вторую сторону сейчас, где, как я уже говорил, Ашерам придется сильно подзавязать свои штаны, ремни, резинки и так далее, чтобы выиграть свою игру, потому что счет сейчас не в их пользу. Так, Алекс стоит, еще он с трех играет, постоянно читали, что тут начинает или играет, так уже год ловят. Играет он с МП7, я не вижу в этом все-таки преимущества, он думает, что по головам с ним ставят. Ну, возможно, возможно. Посмотрим, что у него получится. Что-то новое в игру тоже нужно вводить, я согласен. Ну, вот так вот сбегать, нет, это очень глупо, мне кажется. Да, Клим делает два фрага, делает три фрага, Клим просто герой раунда, да, 4. Минус 4 от Клима в голову. Ух, это плачевненько, ребятки. Да, я, кстати, забыл поставить, что там 5-4, уже 6-4 счет в пользу команды Existence. И решают расшинуть Б сейчас ребята. Мы посмотрим, как у них получится. Просто раз их не очень получилось зарулить туда. Да, опять медленно начинает. Хамлот их уже встречает гранатами. Так, ну, сделать 32 хп, остался хамло, взрывает его дезерт. Пробегает с 2 хп, ну, должен забирать еще климер, 20 хп, да, забирает, а нет, электро помогает, забирает. И нужно проходить, там остается Дэн, так, у нас тут таймгод пытается задницу. Прикрыто, два чувака на него бегают, он, конечно, коцает, но
сожалению, это не до конца помогает. И кот тут уже кроет задницу. В очень агрессивной позиции он стоит. Хочет вообще чуть ли не дверь убегать. Видит, он соперника сразу уходит, и это правильно. Так как было сейчас просто гранат, бежали и так далее. Алекс 2 Дэна, и нужно ловить сейчас задницу, убивает одного кот. И тут размены 2 в 1, да, хорошая. Ребята берут раунд, сейчас становится 6-5. Нужно тащить. Очень тащить. Ну, а мы смотрим. Кто же придумает на этот раз? ХР и бригада. Ну, ничего особенного сейчас придумать не могут, так очередной бэк хотят сделать ФР. Подходит туда уже кот, Электро и Дезерт, по-моему. Нет, я МГАД. Нужно осуществлять задуманное, что ты сейчас скажешь. Да, сбегают все остальные. Но, да, всего два человека на Б. И Лоло еще сидит в ЦК с Кракеном. Вот как бы быстрая, в принципе, довольно-таки хелпа от Кракена с Лоло. Но я думаю, Шер сейчас зайдут. С разменом заберут сразу же. Ну, вместе надо заходить. Электросан зашел, к нему возбивают. Это была, по-моему, ошибка. Ну, посмотрим, как все-таки разрулится. Уже все экзистенты подтягиваются, Алекс делает килл код очень хорошо, но уже ребята стянулись, поэтому надо что-то опять предпринимать, стреляют с ящиками код, я бы вообще отошел назад через рест и шел бы на альфа, убивают, ой-ой-ой-ой-ой, код хорош, остается 2 в 1, остается 1 Дэн, ну, да, код делает фраг, молодцы, сейчас у нас 6-6, и это очень замечательно, да, Hellraiser, им сейчас несомненно, я бы сказал, все-таки повезло, нежели это прямо скилл был. Но все равно, ребят, молодцы, не сдаются, копают, прошу прощения, если там какие-то лаги есть, бывает такое. У меня просто много еще всяких окон левых открыто, вот таких вот, например. Поэтому надо их позакрывать с ручником и все, смотреть дальше. Шер решает не менять никакую картину, опять же двигаться в основном на точку Б. В принципе, сейчас пытаются обезопаситься уже экзистенс и более играют сейвово на точку Б. То есть я хотел сказать, в большинстве они там стоят, вот Кракен вообще на зонтиках, чтобы быстро помочь. Ну а Шер сейчас решает, что же делать, втроем они опять сидят под Б. И с респа они смотрят по джинс длины ЦК. В итоге решают они все-таки опять попробовать Б. Электро очень медленно проходит. Видит он. Ой, какой хороший килл от Электро. Еще один, может быть, килл. Да, делает Электро 2 килла и, может быть, третий. Нет, не попал, по-моему. Но год убивает. Это очень замечательно. Так, ну надо средством аккуратно не соваться. Гранаты на бег и дальше. Отлично, все так. Бомба у нас была установлена, по-моему. На альфе вообще. Да, она была на альфе установлена. Ну и осталось два чувака, которые думают, что она на Б. Даже остается один Дэн. И это по-любому раунд сейчас входит в копилку команды Hellraiser. С ним продемонстрировали действительно такой скилловый, бы я сказал, раунд. Но в основном он, конечно, базировался на личном скилле игроков. Но, тем не менее, замечательно сыграли и Шер взяли 7-й раунд для себя. После этого, правда, вижу, что, в принципе, ничего не поменялось. А, опять же, пытаются как-то давить Ашер бухлом. Там уже Кракен решил впритык, кстати, это может быть очень опасно. Еще и снайпой. покоцали Кракена. Сейчас гранаты ему на отскид идут. И, ой-ой-ой, как же он покоцал там всех. Это очень неприятно, на самом деле, сейчас для игроков команды Ашер, так как Кот и Электро очень покоцаны. В
тоже решат нас СШР. Да, будет скорее всего Альфа делать, но блин, ждут и тоже ждут. Это вот плохо, то что соперник знает и пятером принимает точку. Дэн делает килл, убивая Электро, он кашкас ему. 3 в 5, блин, как же затащить, даже непонятно. Аким-то у нас, Клим точнее-то у нас на двери. И это может сыграть очень злую. СШР врывается кто-то один, получает сразу голову. Печально, если честно. Да, вот, не ждал кот, не ждал год. Увы, 7-7. Так, ну а сейчас будут применять опять шер свой выход на Б. За ящиком сидит на скот. Нет, очень пассивно играет Ашер сейчас. Сидят абсолютно полностью на РСП. Стреляют только через ЦК, через дым, там это все, конечно, такое называется. Непонятное. Ну что ж, предпримет Ашер мы сейчас, конечно же, увидим. Это очень интересно. Да, ждут они, походу, последние секунды, чтобы что-то сделать. Очень долго ожидаю, там уже вот на Б скопилось, блин. Вот Клим то туда, то сюда. На Б сейчас, конечно, даже намного побольше сцен делается. На Альфе один Дэн. Сейчас по нему красот. Ведут перекрестный огонь ребят с команды Hellraiser. В два дула. Ну и решают все-таки пойти по длине. Как принимаю. Резисты просто гранатами. Просто закидывают гранатами. Это жесть. И остался один электрич. 21 хп с аугом. И я ставлю счет. Сделать на хэд. Но не повезло. Честно, 8-7 пользу. Вы команды. Клима безумно хочет спать и уже просто закрываются глаза, наверное. Пойдет Клим еще включится на пару часов. Тем временем, пока я зеваю, Электро успевает сделать килл. Вообще размен у нас один в один. Кота поменяли на Кракена. Довольно равноценный такой размен. Итак, будут ли проходить Ашер длину или нет? Вот в чем вопрос. Решается Ашер пойти на Б. Сразу стреляют они через фирму. Ой, Электро делает килл. Точно хорошо может быть сейчас. Еще Алекс убивает Клима. Вообще замечательно все происходит. Ну давай Электро. Да, делает Электро килл, остается. Слышь, один Дэн против троих. Пытается он что-то сделать с Дезертом, не получается. И
А вот этот раунд как раз, по-моему, пройдет за шер. И это замечательно. Просто замечательно. Так как будет счет 8-8, можно потом два раунда взять. Только, конечно, с умом взять. И будет вообще супер. Да убейте его уже по голове, блядь, дуло, да и все. Да. Электрич убивает. 8-8. Интрижка накаляется. Очень хочу, конечно, чтобы Hellraiser выиграли. Это бесспорно. И опять холд как раз от команды Hellraisers. В очередной раз вижу одно и то же. Все. Перед Б крутится ЦК и длина ЦСПА. Надо что-то делать. Соперники, видимо, уже поняли, что у них хромает Б и что он очень хорошо получается с командой АШ. И решили сменить свою стратегию, конечно же. Так, кого бы смотреть? Да, вот он электроздена перестреливается. Ну, посмотрим как раз их. Он уже ушел, что ли. Сейчас посмотрим женщину, которая будет выходить. Если не сама Кристина. Ищет Дэн оппонентов, не может найти. У нас тут под Б воюет гад с котом. Одного потеряли на электро. Ну что ж, будет кто-то год рваться или нет? Потихонечку они заползают. Год делает таки килл. Знает, что соперник на зонтик. Здесь за углом еще делают еще здесь килл. И меняют они на Алекса. Остается 1-3. Блин, как же обидно. А так могли только закопать, ну. Так еще не все потеряно. Еще одна еще добов. Фух. А кто же у нас выиграл? Что-то я стыканул там. 4-4, да? А, значит, это все-таки, наверное, в сторону экзистов. Ну что ж. Ой, 9 надо поставить. Надо сейчас предельно осторожными быть, и как раз начинают они скилла, это очень важный минус сейчас был. Им надо всего-то закончить, ай-яй-яй. Ну, ребят, давай. Все на Б, убиваете Кракена, заходите, ставите пакет, убиваете всех и доп. Все замечательно, ну, Электро получил дым и начинает стреляться с Кракеном, зачем, я не пойму. Тем временем, как остальные игроки просто ждут уже захода, да, заходит Электро, делает по зум. И убивает, смотрим сейчас на подъем Клима, вот он видел его, ой-ой-ой, какой же Клим жестокий. Ну, ребят, зайдите, просто убейте, бреете, как бритва бреет ваши. Ой, зачем же по одному? По одному-то, ой-ой-ой, просто профукали свой раунд. Как же так? Печально. Да, Алекс попробует, конечно же, тащить. У него довольно-таки интересная точка, где, по идее, сейчас не вкуривает, что он здесь находится. Но, видимо, что он не вкуривает, а, видимо, что вкуривает. И не отдадут уже, как бы, вин, на самом-то деле. Ну, мы посмотрим за Алексом, может, у него все-таки получится проубивать всех тут, не знаю, позиции такие еще. Ай-яй-яй. Вот, уже стреляют. Ну тут что, тут просто выходить надо и убивать. Другого я варианта не вижу. Но нет. 10-8 и, к сожалению, Hellraiser заканчивают участие на этом турнире. Можно их поздравить с каким-нибудь там 32-м местом.